19 мая, похолодало, но мы приехали купаться с северянкой Любой. Вот такое озеро, на котором никого. Люба у нас готова к старту. Только такие северные девушки отважные могут сегодня купаться. Если надо, значит надо, значит буду не здесь. Люба нас идет. Так. Ага, сейчас я тебе покажу. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята. 70-й. Ведь мы ребята, ведь мы ребята. Время. С юга птицы прилетают. Снеговые горы тают. И не до сна приходит время. Люди головы теряют. И это время называется весна. Сверху еще? А? Сверху не решишься еще? Нет. Стрешки-то? А? Прохладно. Прохладно? Ладно. Сейчас. Вот Люба идет. Здорово. Мам, и тебя еще будем дошкой. Хорошо. Да, я даже не замерз. Вот, Люба будет вытираться. Ну как интервью с северянкой, которая пробовала озеро? Отличная вообще погода, хоть и холодная, после воды вылазишь, очень тепло. Отлично. Ну, приглашаем принять участие в регате на яхте победительницы весеннего сезона. Ура! Ну, Рита у нас открывает сезон. Ну, конечно.
Рита открывает сезон. Холодно. А Оля свои рекорды должна повторить. Раки, реки, раки. О, одна уже поплыла, которая боится как раз. Которая не боится пока. Подожди. Сейчас она готовится, готовится. Ура! Еще один выход из воды. Выше, сильнее, быстрее. Быстрее. На старт. Внимание. Еще одна вершина покорена. За новыми рекордами. Черноголовка приветствует. Павел Максимов. Вам и не снилось. Опа! А при ближайшем рассмотрении это же он! Он! Павел Максимов, собственный персонаж. Большое спасибо за выступление. Поблагодарим. Бурно не смолкающий? Аплодисменты. А мы случайно повстречались. Поймал его. Мой самый главный человек. Благословляю ту случайность. Синхронизация сейчас. О, бабахнули. Дым даже сбивает другой бы улицей прошел. Меня не встретил, не нашел. Жара стоит тропическая. Нам также все закончится тем самым дождем тропическим. Всегда встречается случайно. На равных грешники святой. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь. Другой бы улицей прошел. Вот так, меня здорово. Не встретил, не нашел. Так. Представить страшно мне теперь. Отлично. Что ты не ту открыл бы дверь. Другой бы улицей прошел.
излучая, храни тревогу про запас, чтобы никогда уже случайность не разлучила в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Русалки. Да, о, здорово. Молодцы. Да. 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 Так, сцена начинается. Ивановна приехала. Такая красивая женщина. Минус 12 у нее на данном этапе. Так все галантно. О, шикарно, шикарно. Очень хорошо, очень. Вот. Супермодель. Фильм. Ветер жуткий. Вот. Потрясающе. Гибкость, все как положено. Отлично. Супер. Сейчас они будут с Павлом нырять. Я буду снимать. Ой. Классно. Это так здорово. Мама тоже придет. Мы так не умеем. Паш, такие номера у Веры Ивановны потрясающие. Так. Итак, вы идете торжественно. Для начала вот здесь прыгнуть. Вроде бы осматривается. И сейчас они, наверное, совершат этот прыжок. Знаменитый прыжок. Итак. Так. Павел учит. Вот так. Все, кто-то поспособствовал. Наверное, Пашка точно. Теперь вам ничего не осталось делать, как все-таки туда нырнуть. Вот так вот. Все. Павел еще прыгнул в свое сальто. В общем, все прыгают, все ныряют. Здорово. О, немножко я отошла. Так. Вот такие вот номера у нас еще. Вот такие. Вот так. О. Супер. Так, ну, Вера Ивановна, она готовится на первое место, не иначе. С такими акробатическими номерами на суше можно рассчитывать, и на воде будет то же самое. О, шикарно, шикарно. Они уже на земле. Вот так. Ой, Пашка оттягивается. О. Вот так вот он ее. Вера Ивановна не ожидала. Супер. Супер. Наверное, нахлебалась. Ветер жуткий. Ой, отлично. Отлично, все. Нимфа выходит из воды в сопровождении Паши, он очень счастлив, получились.
много всяких номеров. Супер! Во! Так. Они выходят. Ну, какие ваши ощущения? Ну, рядом с ментором, как бы страха. Ничего, да? Можно себя посвятить, так сказать, да, изучению этой стези. Да, ну мы будем стараться. Ой, здорово, молодец. Так, сцена продолжается. Два великих астролога идут прыгать. Приобщение, это точно. Такая она задорная, лающая, да, все. Молодец. Вот так вот, все-таки прыгнула. Прыгнула сама, да. Он и перевернул в воде. Ура! Молодцы, 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 молодцы. Ну вот, начало есть. Я очень долго не могла прыгнуть именно столбиком, потому что я не знаю, почему-то я боялась. Мне рыбкой было проще, чем столбиком. Да? Лежает в песке все. О, рыбка и девушка.